Друзья, всем привет! Здоровья вам, счастья, удачи! Вот решил немножко маленькое видео снять. Друзья, смотрите, какой кран, стрела какая здоровая. И вот это здание, помните, которое горело-то? Это всемирное наследие ЮНЕСКО. Вот. Так что его реставрируют, ремонтируют. И вот смотрите, все-таки решили восстанавливать. Ну так понятно, что это исторический памятник ЮНЕСКО. Для города это что-то значит, наверное. Вот. А помните, как горело? И вот это здание горит. Что случилось, я не знаю. Ну, молодцы. Поливать будут.
Тоже реставрируют водонапорную башню. Карта Бодемса нашего города. Мы сейчас находимся где-то вот здесь вот. А живем мы вот здесь вот. Неправильно немножко показал, где мы живем. Не здесь, а вот здесь. Вот здесь Фордерлос. Вот это и вот здесь вот такое, как закругленное. Конечная у нас. Вот. Это река Лан протекает. Вот водонапорная башня, которую сейчас реставрируют. Русская церковь. А вот это вот здание, которое вот горело-то, я вам показывал, как раз вид сбоку. Вот видишь, видите, такие башенки, их 4 штуки, они по углам. Вон тут видно. Вот их сейчас и реставрируют. Вот их сейчас и реставрируют после пожара. Это вот это вот, тут замок посередине-то стоит сейчас. Вот это. А это наша река Лан. Церковь русская. Друзья мои, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, кому нравится. Спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. Mom.